Всем привет! Сегодня мы будем слушать соду, которая Луф или Лав. Вот я раньше знала, пока вы мне не сказали. Теперь я уже забыла окончательно. Трек называется Кол Беннет. Что это? Мы не знаем, что это. Друзья мои, не забывайте, что у меня есть в Рутубе. Если что, там вы нас точно найдете. А еще у меня есть книга, которую просто уже пиарит и Мазелов, и Лида, и Юг-404. И кто только не пиарит мою книгу. Поэтому заходите, скачивайте, читайте. И делитесь с друзьями. Помогайте мне ее распространять. Я не люблю вот такой вот стиль. Если Сода не взял трубку, значит он не считает вас своим братиком. Не оставляйте сообщения после сигнала и больше никогда не звоните по этому номеру. Хорошего дня. Все? О, как обрадовался. Еще не все. Друзья мои, вот опять хочу сказать, вот мне не нравится такой стиль, я его просто не люблю. И вот, ну, картинка была неплохая, и все, больше вот посмотреть нечего. И то картинка таким, с каким-то подтекстом, куда-то его все время несло, в какие-то дали, и ладно бы красивые, а то какие-то в организм он тоже попадал. Это что, песенка про микробы? Наверное, это песенка про микробы. Ну вот, потому что по-другому я как-то не могу понять, про что эта песенка, и поэтому выше тройки поставить не могу. Ну, я не знаю, мне кажется, я его никогда особо не хвалила, да? Максим тоже не знает. Трояк, друзья. Не хвалила. Да. Трояк, друзья мои, за то, что вот такой стиль. Пора меняться. Всем пока.